Новая разметка на остановке Менделеева появилась совсем недавно и окончательно сбила с толку автомобилистов. Теперь, чтобы выехать на перекресток Менделеева-Химиков, им необходимо проехать до места, где заканчивается двойная сплошная. По словам водителей, нововведение тормозит движение всего транспортного потока и может создать аварийную ситуацию. Невозможно заехать во двор, когда спускаешься с Менделеева, сюда налево не повернуть. В прошлом году она, те года, была прерывистая, то есть можно было завернуть. Сейчас приходится выехать с Менделеева на Химиков, в сторону Вахитовского кольца ехать, на разворот заехать, развернуться в обратную сторону до следующего разворота. Ну, очень большой круг получается. И со двора уже налево никак не выехать. Только выезжаешь направо, выезжаешь до Шинников 44, там разворачиваешься, едешь вниз. Эта разметка нам вообще неудобна. Нам сейчас приходится разворачиваться там чуть ли не на Вахитово, на кольце. Ну, не согласен с этим, как тут выезжать. Сейчас нам туда поехать, развернуться, я, да. Нижнекамские водители не спешат соблюдать правила дорожного движения. За время, пока мы снимали это видео, на наших глазах двойную сплошную пересекли 5 автомобилей. Еще четверо хотели повернуть, но, заметив камеру, передумали. По данным ГИБДД, этот участок дороги не является местом концентрации ДТП. Так для чего же тогда нарисовали двойную сплошную? И правомерна ли здесь эта разметка, запрещающая поворот налево? За разъяснениями мы обратились к заместителю директора департамента строительства и благоустройства города Нижнекамска. Будет прерывистая, она должна быть. Мы учитываем просьбы жителей. Фактически у нас проект есть, проект такой. Но раз такое сложилось, они его исправят. После нашего обращения Тавкиль Ахметшин пообещал в ближайшие дни убрать двойную сплошную возле дома 81/24 по улице Менделеева и вернуть привычную всем прерывистую линию. Тогда водители смогут, как и прежде, беспрепятственно выезжать со двора прямо к перекрестку. Альмира Патрикеева, Влас Семагин, телеканал «Нефтехим».